Топ-сад Владимир Сморозский. Чистая вода в бассейне. Лето удалось в этом году, 2018, август просто шепчет. Температура шикарная, средняя, такая, как я проверял, как в Майами или на Бора-Бора во французской Полинезии. И тем не менее, сегодня прошел дождичек и потемнело. И я думал, что купаться мы вряд ли сможем. Но на наше счастье мы поставили над бассейном теплицу. Арочную теплицу кремлевского типа с двойной усиленной арматурой. И вот что у нас получилось. Открываю дверь. Па-пам, парарарам, бам-бам-бам-бам. И вхожу там, где у нас стоял в ранних репортажах под открытым небом бассейн. Теперь бассейн у нас стоит под крышей. Замечательно, замечательно. И самое важное, что здесь очень тепло. Ну, когда собирали теплицу, казалось, что тут будет около 60 градусов. Как поставили, налили воду в бассейн. И она у нас практически не цветет. Вы знаете, это самое эффектное, что потрясающее то, что ни мошки, ни плошки, никто не летает здесь и не писает и не какает. Извините за выражение. И бассейн стал абсолютно практически и чистый. И мы посмотрим, какое качество воды. Ну, посмотрим, что показывает пирометр у нас, если вам видно, да, где-то 27 градусов. Это было на улице, а теперь температура воды в бассейне. Сколько? 31,6. Вы скажете, не может быть, не подогревали ничего. Еще раз посмотрите, пожалуйста, все аппаратура, которая должна была быть, мы ее отключили как таковую, проверяем качество воды. Ну, загрузили 5 августа воду, а бассейн поставили, ну, где-то в конце июля месяца. Ну, итак, я подхожу к плавающему термометру. Там у нас 31,7 было. Здесь вы видите сколько? Ой, 30, то же самое. 31,7. Кстати, здесь таблетка плавает от того же химического устройства, в котором 5 в одном. Она у нас, видите, как практически наполовину уже растворилась, но держит удар судьбы и поддерживает чистоту в бассейне. Меня ругали за то, что это химия и неэффективная вещь, мол, вранье, 5-10. Наверное, скорее всего, они были правы, потому что я заметил, после недели воды, работы этой таблетки, вода в бассейне начала немного зеленеть. Но сейчас посмотрите, пожалуйста, практически все чистое. И эффект бассейна под крышей, конечно же, настолько поразителен. Вода теплая, 31-32 градуса, сказочная приятная вода. Она не цветет как таковой, но мы приняли дополнительные меры. Первые HTH, это французское 5 в одном, о котором мы говорили 3 года назад, оно эффективно, но не совсем. И вот недавно, после 10 дней простой чистой воды, она начала немного зеленеть, появилась водоросль. 150 мл альгетина добавил туда, и вот посмотрите, пожалуйста, в течение прошлой недели зелень, которая была внизу, практически исчезла. И так происходит уже у нас, значит, с 5 августа вода абсолютно чистая. Ну, а качество воды и купаться в ней, особенно утром или вечером, ну, естественно, здесь у нас мы сделали подложку. А душ я еще не провел, поскольку мы проверяем, как работает это без всяких дополнительных фильтров. И эффективность, ну, замечательная. Проверим pH воды. У меня в руках профессиональный pH-метр для работы молочной продукции, изготовления сыра, то есть он и может быть и жидкий, и твердая субстанция. Я проверяю это качество воды для голубики, клюквы, жимолости. Так я сейчас его подготовил. Жало, он не металлический, стеклянный. Итак, сейчас он настроится и проверим, сколько у нас здесь вода. 7,8. Ну, немного щелочная, чуть-чуть щелочная, 7 должно быть. 7. Для этого можно добавить лимонной кислоты, но я добавляю в основном, ну, 7, вот, да, нет, все нормально. Даже около 7. То есть нормально. Если подкислить, то надо лучше лимонного сока
или яблочного уксуса я использую. А если у вас слишком много кислотности, то есть где-то 6-5, то добавляете соду, обычную пищевую соду. 7,6-7,5. Вывод какой можно сделать? Вода в бассейне будет у вас прекрасной, чистой. Самое приятное то, что с мая по ноябрь месяц она у вас будет употребима для тепла, 25-32 градуса. Если появляется хоть немного солнца, обеспечено у вас в вашей бассейне, в вашей ванне, здесь даже с апреля месяца. Идею подсказал мой сосед, у него бассейн два раза больше, и купается он уже с апреля. Я не мог поверить, что тепло, которое делает поликарбонат, и как и теплица, ну, конечно, лучше бы, конечно, кремлевскую с вертикальными стенками. Я здесь не делал форточки. Температура воды, здесь, повторяю, до 32, не снижается даже при холодной погоде, а в воздухе где-то, да, действительно чувствуется ощущение, как будто вы в сауне, в бассейн, от этого только выигрывает. Подписывайтесь на канал ТОП-САД. С вами был Владимир Самородский. Все вопросы, которые у вас возникают, готов ответить. Но, повторяю, мы не подключали сюда еще песочный фильтр и ультрафиолетовую лампу. Лампа нужна, безусловно, ультрафиолетовая. Не пользуйтесь химией, потому что ультрафиолет убивает любую живность. Ну, как видите, крыша защищает нас от всяких насекомых и прочих органики, которые попадают с ветра в открытую чашу бассейна. Тем самым серьезным образом экономит наши ресурсы, средства и позволяет нам шикарно отдыхать, не улетая никуда за бугор. Удачи на даче!